канале НТР «Время новостей» в студии Алсу Юматова. Здравствуйте. В этом выпуске Авито снова попало в сводки УВД, и Рому Акулова могут усыновить. Нижнекамец попался на удочку аферистов и перевел 16 тысяч рублей. Мужчина увидел на сайте Авито объявление о продаже акустической системы. Оно было выставлено в городе Армавир Краснодарского края. Потерпевший связался с продавцом, перевел ему на карту 16 тысяч рублей, а взамен ему обещали выслать товар транспортной компании. Однако долгожданную аппаратуру мужчина не получил. Телефон продавца был отключен, а объявление удалено. Нижнекамец уже обратился в полицию. Полным ходом идет сбор материалов для книги, которую планируют выпустить к полувековому юбилею Нижнекамска. В ней читатели смогут узнать все про этапы становления города. От возведения бараков первостроителей и выпуска первой шины до создания современного парка Тука и старта новых производств. Остаться в истории города может каждый нижнекамец. Нужно всего лишь прислать свои фотографии, воспоминания об истории на сайт 50sobachkamail.ru. Тематика не ограничена. В шаге от заветной мечты находится 12-летний воспитанник Нижнекамского детского дома Рома Акулов. Мальчик родился с тяжелой патологией. Кисти рук находятся сразу у основания плеч. Биологическая мать от мальчика отказалась. После того, как о судьбе Ромы рассказали на Первом канале, в программе «Пока все дома» поступило более 20 звонков от желающих усыновить ребенка. На что готов мальчик и есть ли шанс обрести семью у других воспитанников детского дома, смотрите в итоговом выпуске новостей. Хоккеисты «Реактора» рвутся в плей-офф, до которого осталось 5 игр. Сегодня наши хоккеисты играют против «Мамонтов» Югры. Игра с ханты-мансийской командой станет ключевой и последней домашней для реакторщиков в текущем чемпионате. Подопечные «Соколова» отправятся на выездные матчи, в которых предстоит скрестить клюшки с четверкой сильнейших клубов дивизиона «Урал-Сибирь». Игра «Реактор» «Мамонты» Югры стартует сегодня в 6 вечера. О погоде: за окном ясно, минус 4, к обеду возможен снег. Через 2 часа смотрите очередной выпуск новостей, мы расскажем. В городе начался демонтаж памятника воинам-интернационалистам и афера с картой Сбербанка. Напоминаю, что связаться с нами можно по номеру 400770 или пишите нам на сайт ntrtv.ru. Не прощаюсь, увидимся на канале НТР.